Дорогие друзья, мы находимся в городе Шарм-эль-Шейх в Египте, в гостинице Coral Sea Holiday. Мы здесь уже второй раз, хотим обязательно приехать в третий раз, но это наше субъективное мнение, а потому мы повстречались здесь с Екатериной Милкой, которая работает в гостинице кем? Guest Relation. Вот, Guest Relation. В общем, отношения гостей с администрацией, персоналом и так дальше. И вот мы хотели бы поговорить с этой милой девочкой Катей о том, почему в этой гостинице стоит остановиться. Пусть она скажет то, что говорят другие гости, а не только мы. А мы потом походим, поснимаем и покажем вам то, что мы сами увидели. Здравствуйте. Меня зовут Катя, я работаю в гостинице Guest Relation. Помогаю людям решать их вопросы, либо слушаю их комментарии. Как бы мы делимся своим каким-то опытом работы здесь, куда гостям лучше пойти, где им лучше отдохнуть, вот. Либо помогаем принести подушку, либо принести утюг, какие-то такие мелочи. Или убить комаров. Или убить комаров. Во всех вопросах можно обращаться к Guest Relation. Вот. И я бы хотела назвать 5 причин, по которым вам стоит остаться в нашем отеле. Первая причина – это наш персонал. Наш персонал просто лучше всех, потому что он дружественный, люди всегда отзывчивые, они добрые, они всегда помогут, они всегда с вами пошутят, найдут общий язык. Вот, то есть вы будете всегда окружены вниманием и заботой нашего персонала. Подтверждаем. Причина номер 2 – это наши прекрасные комнаты. Все комнаты очень хорошо оснащены и одинаково укомплектованы качественно. То есть как в джакузи комнате, так и в комнате стандарт – огромная королевская кровать, белые простыни, светлое пространство, светлые шторы. Вам будет уютно, тепло и свободно, и будет много воздуха и очень приятно там находиться. Вот. Тоже подтверждаем. Третья причина – это наш ресторан. У нас на территории он не один. У нас есть 8 а-ля карты ресторанов. Вот. В главном ресторане есть огромное изобилие еды. На завтрак, на обед и ужин вы не будете обделены, даже если вы предпочитаете что-то особенное, вам приготовят это. Если вы веган или вегетарианец, вы найдете для себя, даже сыроед, вы найдете для себя любые продукты под ваше особенное какое-то меню. И немножко вот. Египетской кухни. Да, и также у нас, конечно, присутствует египетская кухня. Это особенно сладости. Я уверена, вы будете в восторге от них. Вот. Всегда есть хорошее разнообразие, всегда качественная еда, всегда еда свежая, и все наши гости очень довольны. Но есть одно маленькое но. Наверное, зимой не все 8 ресторанов открыты. Рестораны открыты, но по мере заполненности гостиницы. То есть под заказ можно сделать заказ, можно заказать столик в итальянском ресторане, либо в китайском, либо в индийском, либо в Stone Grill, либо в Fish. То есть на ваш вкус, люди всегда идут навстречу у нас, и, конечно, оформим заказ в любом из ресторанов. Ага. Спасибо большое. Вот так, вот. Мы этим еще не воспользовались, нам еще не надо было. Наверное, мы еще не все узнали в основном ресторане. Да. Вот, 4-я причина, я думаю, что это отдых для
любых вариантов. То есть люди некоторые приезжают отдохнуть сюда в тишине и спокойствии для семейного отдыха, вот, чтобы их никто не трогал, чтобы они себе отдохнули. У нас, возможно, такой вариант отдыха. То есть у нас есть тихий бассейн. Там вас никто не побеспокоит. Вы будете купаться в теплом бассейне. Зимой он подогревается. Вам принесут коктейль, вам принесут книжку, что угодно, чтобы вы были довольны вашим отдыхом. Люди, которые хотят веселья, активности, у нас есть бассейн с анимацией. Вот, ребята пройдут вам акваэробику, утреннюю зарядку, пройдут дартс, танцы, фестиваль красок. То есть на бассейне с анимацией у нас всегда музыка, у нас всегда активность, у нас всегда заряд энергии. Подтверждаем, и это тоже. Я думаю, вам стоит посетить наш отель. Да. Но это был еще только четвертый пункт. Четвертый пункт. Про бассейн и зеленую территорию. Угу. И про то, как все ухожено и красиво. Это да, четвертый пункт. А еще один немаловажный пункт, пятый, наверное, касается все-таки пляжа, что он непосредственно относится к гостинице. Да, конечно. У нас есть пляж, который относится к нашей гостинице. У нас есть понтон длиной 450 метров. Вот. С понтона вы можете купаться, наслаждаться, если проплыть немножко дальше, наслаждаться рыбками, наслаждаться кораллами. Это прекрасный ухоженный пляж, это сервис, это бар. Вам всегда поднесут коктейль, спросят, все ли у вас хорошо, вам дадут свежее полотенце, одно или два. Вот, то есть, я думаю, вы будете довольны отдыхом в нашем отеле. Спасибо большое. И этот пункт мы тоже подтверждаем. Пожалуйста. Спасибо большое. Мы еще погуляем по территории, чтобы конечно вместе показать конечно все, поговорим, чем мы сами наслаждались. Идемте дальше. Thank you.
Ольга, скажите, пожалуйста, вы первый раз в гостинице Coral Sea Holiday? Так, первый раз. И мне как здесь вам? Очень нравится. Больше всего мне здесь понравилась территория. Она очень зеленая, ухоженная. Очень-очень нравится. Вы приехали еще раз? Да, приехала. И только из-за территории? Нет, атмосфера. Спокойствие, воодушевление. Ну, зона релакса, как говорят. Очень нравится, да. Персонал приветливый, всегда улыбаются, всегда приятно здесь находиться. А дочка ваша как? Я знаю, что вы с дочкой. Она довольна? Ей нравится? Дочь тоже нравится, говорит, очень все хорошо. Ну, чтобы не было лишних, недомолвок или что-то, кто-то догадался, сколько лет дочке, чтобы можно было себе представить впечатление ребенка. Дочери 13 лет. Ага, то есть она уже взрослый человечек. Взрослая, свое мнение имеет, она тоже может сказать свое мнение. Спасибо большое. Спасибо вам. Мы очень рады. Наслаждайтесь, пожалуйста, спасибо, дальше, как и мы. Будем наслаждаться. До встречи. До встречи. Надеюсь. Итак, дорогие друзья, ну вот мы с вами все посмотрели, все увидели. Благодаря Екатерине, которая нам все рассказала. Благодарим вас за это. Большое вам спасибо. Приезжайте, пожалуйста, в наш отель. Будем всегда рады вас видеть. Обязательно, обязательно. Мы уже два раза здесь были, и еще раз хочется. Так что до следующих встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вам у нас отель? Очень хорошо. Как у вас комнатка? Нормально. Чисто убирают, красиво, вам нравится.